Hey, guys, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру под названием Guacamole 2. Ну что, я думаю, в принципе, давайте начнем. Я не помню, на чем, конечно, мы там остановились. Вспомнил. Мы с вами остановились, кажется, на кактусе. Так. Так, кактуса мы одолели. Ну, полетели далее. Окей. Пока что просто бежим куда-то. Так. Пойдем последнюю еще одну способность курицы изучим. Интересно, чем она будет связана. У нас очков много, ну, денег. А хотя подождите, что мне еще осталось прокачать? Мне 21 тысяча! Ни хрена себе! Выполнить торпеду. Но вот это я почему-то вообще не использую. Ротоподъем. Но это, если что, еще отсылка как раз. Ну, фиг знает, ладно. Ага. Возьми. Ага. Изи. Монете вниз спускаюсь. Но я использую все, что по идее, чему я научился. Все. Арена я прошел, да? А, превращаться не могу. Отлично, теперь удерживаю. Можно отложить яйцо. Ого. Куриное яйцо. Что? Нет, яйца не взрываются. Нет, бросаться ими тоже нельзя. К чему это... все это? Что за странные вопросы? Это же просто яйца.
Если рождение маленького существа для тебя не чудо, то... Точно... Так, тогда свободен. Выход за моей спиной. Окей, ребят, походу мы не петух. И это обычные яйца все-таки. Странно. Ау. Максимальная странная способность. Максимально странная. Но мне кажется, дальше может нам скажут. О, слушай, а теперь все окей. Испачкали. А вдруг мне потом скажут, типа, по заданию, типа, блин, было бы сейчас здорово похавать. И ты такое яичко ему даешь. Такой, найс. Стоп, это я где? А где я еще не исследовал что-то? А, вот проход. Да. Ну ладно. Ищешь путь к земному храму? О, избранный. Сперва тебе нужно попасть на дивный остров, который находится посреди этой бескрайней воды. Там ты и найдешь змеиный храм. Удачного полета. Дивный остров, темнейшее измерение. Цель найдена, дорогу к земному... Так, хорошо. Метал против метал. Суперленд Окалейд. Ах, какой тут вид? Взгляни на водопад. Если бы не конец света, это место можно было бы взять на заметку. Думаю, земный храм будет сразу после церкви. Вперед. Папа и Чика. О, это отсылка на этого. God of War. Вот из-за вот этого и из-за татуировки. All be the words. Секретные ингредиенты в моем священном гуакамоле? Лучидор. Да вот же он. Прямо перед твоим носом. Это любовь. Большая, чистая любовь к... Господи. Неужто повелся? Да, кукуруза это лучидор. Секретный ингредиент это кукуруза. Ну, по идее... Потом мне еще здесь нужно будет открыть. Мы полетаем по всем, пособираем все, что можно найти. Так как я тебе научил всем, чему я умею сам, мне остается лишь расслабиться и отдохнуть в объятии пустоты. Надеюсь, я хотя бы успел получить деньги по страховке на свои Fight Ethereum. Так как я тебя уже научил. Ага. Значит, все, да? Значит, вот так вот.
Добро пожаловать в наш город. Теперь тут на 500% больше зловещих червей черных дыр. Ой, подожди, пока я не пошел. Небо заволкло черным дымом. Нас грозит опасность, несмотря на то, что мы уже мертвы. Жуткое зрелище, однако. Отсюда открывается лучший вид на город. Как красиво, правда? Так, подождите, теперь мне нужно вниз. Ага. О, Эль Немес против Пирамиды Джорем. Это две отсылки. Первая — это отсылка у нас на Evil Within. Не Evil Within. Убитель зла. Сейчас. Evil... Ну, Evil Within — это другое. Не помню. Короче, Обитель зла. А второе — это у нас на Silent Hill. А здесь у нас уже отсылка с вами идет на... Так, это у нас рыцарь с лопатой. Ой, блин, как игра называется? Не помню уже, сорян. А второе, это, кажется, с копьем. Это Hollow Knight. Отсылка на жучка там, типа, наподобие Metroidvania тоже. Салюка обожала все... Все в этом городе. Мы даже не догадывались, что он способен на такие ужасные поступки. Ах да, нам не хватает лепешек на ужин. Может, послать Карлиту за ними? Так, плюс энергия. Сальвадор самый лучший, он такой мрачный и крутой. Его родители по-любому не понимают, но ему совершенно плевать. Опа, это у нас отсылка на Эль Капитан и Рептилия. Это, вероятно, отсылка на старый фильм, этот, как его, Крокодил Динго. Я могу очень сильно ошибаться. Эль Капитан против Рептилия. Либо это отсылка, ребята... А, это отсылка на очень старый фильм. А, как он называется? Просто трек? Стартрек, да, кажется. Там, короче, самая тупая сцена была боевки, типа, Капитан сражался с Рептилией. Эй, Лучидор, хороший денек, чтобы выйти на ринг, не так ли? Отдай метеорит скелету, отдай метеорит скелету. Ой, прости, это я не тебе. Кажется, я не знаю, куда идти. Это фиаско, братан. Даниэла, умоляю, не надо так. Это фиаско, братан, это отсылка тоже на мем. У пёсика. Спорим, ты сейчас думаешь, как он играет на трубе, если у него нет губ? И знаешь, что я тебе скажу, Лучидор? Не суй носа не в свое дело. Оптимус и Мега. Но это отсылка у нас на... трансформеров. Это Оптимус Прайм и Мегатрон. Привет, меня зовут Инавио Уро. Я потерял кучу монет в лабиринте, и вряд ли у меня получится за ними вернуться. Если найдешь их, заберешь все себе. Что скажешь? Окей. У тебя есть 2 минуты, чтобы собрать все монеты, ведь потом ты внезапно умрешь.
Желаю удачи. Да ладно, это ж... Отсылка на Пакмана, манать. Знаете, конечно, удобно их собирать. Я соберу все. Ай-яй-яй. Ну, слушайте, отсылка на Пакмана вот такая вот. Это прикольно. Поздравляю, тебе удалось собрать все монеты. Ну как, весело было? Честно, да. Так, окупаться... А, окупаться мы не можем. Но там что-то есть. Опа, я уже здесь. Да ёлки-палки. Люблю приходить сюда, чтобы отдохнуть. Тут тебя никто не потревожит. Так, а я точно сюда иду, куда мне надо? Пойди, да? О, избранный! За моей спиной находится портал, который должен провести к фрагменту особого ключа. Однако, пророчество согласит, что тот... Кто достоин этого ключа, умеет нести яйца. Избранный, докажи, что ты достоин взять этот фрагмент, и я тебя пропущу. Воистину, ты не просто избранный, ты еще и яйца нести умеешь. Прошу, пройди сквозь портал и возьми пространственный фрагмент особого ключа. Все-таки он пригодился, ребят. Так, верхушка дерева Тулы. Ой, бля. Да, давайте вспомним первую часть, да? Ага. Так, минутку. Я понял. Ну слушайте, то, что они оставили хотя бы какую-то отсылку на первую часть, и это именно это сраное дерево.
Там на самом деле легко. Ну, думаю. Что это было? Ну хотя бы здесь на самом деле у меня проблем не будет, так как я могу, как вы помните, нет! А так это не опасные еще иглы. Фастом, фастом, фастом. Я успел сделать удар. Снова я зацепился, и я улетел. Избранный, какой ты сильный и ловкий. Раз сюда добрался. По-моему, фрагмент особого ключа находится надо мной. Осталось совсем немного. Ага. Ты справился, избранный. Ты почти добрался до фрагмента особого ключа. Осталось чуть-чуть. Но тебе придется принять куриный облик, чтобы пройти дальше. Слушайте, ну хотя бы не самого низа. Ау. Зараза. Фух, я не... Ага. А, нихера себе. А звук, слышите, полет остался. А, я понял, что это за звуки. Зараза! Нихера себе! Бессмертие! Побился с боссом, отошел.
Там главное успеть. Так, смотри, фрагмент особого ключа. Не видишь? Избранный, ты совсем близко. Он прямо над нами. Так, на F. Главное... Блин, просрал, ладно. Ай-яй-яй. Главное, чтобы не сам вниз упадать, поэтому... Изи. Ага. Вот это сейчас очень хорошо, то, что я зацепился. Поверьте, так бы я сейчас с самого низа еще и херячил. Никогда еще тут не бывало таких ловчартых, как ты. Ой, избранный. Фрагмент особого ключа совсем рядом. И нет, я не шучу. Манать, вот это было испытание жесткое, вам скажу. Так, это я как раз, ага. Мой любимый щеночек нашел меня тут, в загромном мире. Здорово, правда? Кто у нас тут хороший песик? Ну, конечно же, ты. Лучадор Арко Ирис. Сейнор Фроф Фрэкшнс. А я трачу все свои сбережения на покупки недвижимости, которые сейчас все с перепугу распродают по дешевке. Если, конечно, нет цвета не будет, я стану богатой. А если будет, тогда какая разница? В любом случае... Выигрыша. Сейнор Фрог... Блин, не могу вспомнить. И эту не могу вспомнить. Лучадорс дель Арко Ирис.
это может быть на этот отсылка. Как они? На рейнджеров. Но это не точно. Монах, я тупой. Пиздец, я тупой. Вы просто сейчас не поняли, насколько я тупой. Ну ладно. Хоть не так далеко. Чувствую себя здесь как дома. Тут такие красивые водопады, да и сам город очень уютный. Ах, не жизнь, а сказка. Обожаю этот город. Лучшее место для вечной жизни. Хочешь войти в змеиный храм? Но туда опасно идти в одиночку. Сперва получу разрешение у настоятельницы. Это она величит меня сторожить вход. Ты найдешь ее в монастыре, что прямо за твоей спиной. Там слишком опасно, хлипкие лестницы, ядовитые змеи. Но если тебе очень надо внутрь, поговори с настоящейся из монастыря, она называет меня стражем. Лучидор, ты ищешь Сальвадора? Только будь осторожна, он стал невероятно силен. О, еще одна ссылочка на Капхедом. Это монастырь, в котором воспитывались Сальвадор. Надеюсь, скоро я вновь его увижу. Он такой обаятельный. Привет, Лучидор. Ищешь, где бы отдохнуть? Можешь зайти в монастырь настоятельницы. Расскажем тебе много интересного. Ну, поехали. Добрый вечер, Лучидор. Знаешь, твоя маска на особая. Раньше у нас тоже такая была. Подойди поближе. Ты пришел, чтобы спросить про Сальвадора? Помню. Малютка его оставили на просторе моего дома, на пороге. Сейчас будет типа воспоминания, да? В тот день я дала слово. Это остров стал для Сальви родным домом. Он всегда был упрямым ребенком. Он любил проводить время у водопада. Он мечтал стать сильным лучадором. И он действительно обрел силу. Его техника боя была безупречна. Но мне казалось, что он не был готов. И у него не хватало силы духа. Как маска стала для него тяжелой ношей. Так его отчаяние лежит на моем сердце камнем. Быть может, я могла бы найти способ. Быть может, я могла бы его спасти. Но я не справилась. Тьма навеки поселилась в его сердце. Когда я его увидела, то поклялась. И по сей день держу свое слово.
что буду любить его всем сердцем вечно. Нет для любви преград. Церемония пройдет в змеином храме. Наш страж тебя пропустит. Иди налево. Маска отнимает у него жизненные силы, Лучидор. Сделай то, что должен быть сделано. Окей. Так, по идее, все, да? 100% да. Я очень много читал про временные разломы другой мира. Оказывается, существует бесконечное количество измерений, а значит и бесконечное количество меню. Из этого другого мира можно попасть в любое из измерений. Наверное, в них легко запутаться. Значит, получается, что другой мир связывает все измерения воедино. Можешь проходить. Удачи, Лучидор. Ахуян. Я благословляю тебя на удачу. Ага. Ты супер боец. Ага. Мой ученик, глянь на себя. Ты лучший. Я не зря старался. И я беду в Рамирес. Благодарю тебя за доверие, Лучидор Хуан. Ты определенно умрешь. Пусть твой кулак передаст привет Сальвадору от меня. Змеиный храм. Ну, по идее, на этом мы могли бы и закончить. Неужто это... Фига, ротяка. Да, давайте, думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.